Опа! Всем здорово! С вами, как всегда, ваш дорогой браток, и мы с тобой продолжаем играть в Zombie Catchers. Охотники на зомби! Всеми желаю приятного просмотра, приятного аппетита! Друзья, остановились мы с тобой на том, что, в общем, капец! Тут настоящая жопа началась, ребята. Дело в том, что пару раз можно посмотреть, к примеру, рекламку. То есть, смотри, мы, например, делаем производство... В смысле, 59 минут. Что, блин? Я выходил вчера из игры, я думал, он уже сделает, а он... В смысле, если закрыть игру, они... Производства не будет? Что, блин, происходит? Слушай, мне это очень напрягает. Значит так, у меня 58 уровень. И ранг у меня знаешь какой? Ой, я не туда нажал, погоди, дядь. Начинающий ловец. То есть, вот новичок. Вот кто заходит в игру, и там, я не знаю, 15 минут вашего времени, вы уже, наверное, по-моему, на третьем даже. Я пока что начинающий ловец. Даже не пройден этот ранг. Вот я обожаю. Видишь, сколько тут багов? Тут просто куча багов, и это меня так напрягает, ребята. Но надо закончить эту игру. Серьезно. Многие, кстати, мне написали то, что есть китайская версия «Охотники на зомби», но по опыту с растениями против зомби, возможно, могут запретить и страйков накидать. Поэтому, ребят, я что-то не хочу пока связываться с этим, но говорят, там намного больше всего. Почему-то в Китае действительно прям игры намного лучше дорабатывают. Ну, даже вот не по поводу именно улучшений, да, там бывает графика вообще хуже еще, а вот именно... Вот именно как-то вот нововведений, как-то новых зомби, это все круто сделано. Короче, так, говорим, дядь, но как бы надо уже и это. Серпи Кола. Это типа бомжи кола или... Черт, в наше время придумать и выпустить на рынок новый вид газировки почти невозможно. Да уж, даже честного полицейского найти, то проще. Так, в общем, начинаем производство. Надо 6... А, нет, не 60, это сюда я посмотрел. Так. Тут нужен нам чай. Здесь нужно нам... Ох, дофига надо зомби сегодня искать, ребята. Но повысить уровень по-любому нужно. 100%. Притом у меня все зомби вот здесь вот. Давай, возьму. Так уж и быть. Так, транквилизатор берем, чувачки. Блин, я уже соскучился на самом деле по этой игре, но... Блин, эти баги прям напрягают. А, кстати, баги, возможно, бывают от того, что ты именно играешь на эмуляторе. Я уже с этим столкнулся. Я раньше этого не знал, вот. Но теперь знаю, то, что такое есть. К примеру, та же самая Shadow Fight... Два, третья часть. Дело в том, что они на новые версии андроидов в основном идут. И там программисты работают. А на эмуляторе старая версия андроида, поэтому такая фигня и происходит. Все, поймали. Отлично. Да ладно, я начинающий ловец, скоро буду. Дядь, красава. Красавчик ты какой, а? Капец какой-то. Так, отправляем его, смотри, на пляж. Я думаю. Так, надо двоих. Ох, тут и тут босс, и тут. Неплохо. Так, давай-ка сюда. Мы с тобой пока ловим их, ребятки. Ну давай-ка, ну-ка, что тут у нас? Кто тут у нас засел? Давай, дядь. Блин, этот сейчас будет бросаться снежком, да. Эх, не стать мне, так сказать, начинающим ловцом. Да не, на самом деле ранг там, он как бы такой. Я уже начинающий ловец, просто... Просто вот это-то... Давай, поднимай. Красавчик. Вот это пипец. Просто смотри, кто это? Кто это тут замер? Это, по-моему, отсылка на фильм «Сияние» или я ошибаюсь? Посмотри на это. Ну все, нам тут всех не поймать, блин. Дядь. Не стать мне крутым.
Ладненько. Но зато наш бизнес тут типа процветает, типа. Пинг. Так, хорошо. Это хорошо. Теперь мы отправляем их на пляж, и нам нужно заглянуть в кафешечку. Теперь мы наловили достаточно вот этих братишек. Это хорошо. Так, с этими мы разберемся чуть попозже. Так, этих мы просто завершим партию одним кликом. Посмотрим рекламку чуть попозже. Ну, в принципе, неплохо, неплохо. Давай, в общем, наловим здесь сейчас всех зомби, а потом будем на пляже ловить. Ох, деталька зато. Сразу назад. Фига ты, блин, быстренько ракурс сменил. Траекторию свою. Второй раз попал. Мастерство не пропьешь. Не просышь, не проешь. Ладно. Так, последний зомбак остался. Давай, аккуратненько. Давай, вылезай, вылезай, братишка. Я знаю, тебе там уютненько, конечно, в своей куче навозе, но пора вылезать. И становиться вкусным обедом. Все, есть. Ранг-то качается, дядька. Скоро ветеранами станем. Так, продолжаем охоту. И этого мы тоже сейчас на пляж давай отправим. Сколько у нас уже? 12 из 60. Мне надо посчитать, сколько зомбаков. 6. А, все, все, по факту уже все. То есть давай последний раз тут, ну так, для прикольчика походим. Побродим. Аккуратненько побродим, аккуратненько походим. Что происходит, блин? Вот тут бы лучше установить капканы. Как бы их установить-то, а? Шикарно, шикарно просто, друзья. Смотри, как мы их всех поймали. И, кстати, 3 больших зомби у нас уже есть. Это хорошо. Блин, ну тут... Пожалуйста, только не вниз. Ох, бро. Да. Камон, камон, еще один зомби в нашу коллекцию. Ладненько, есть, есть, братиш. Шикарно, шикарно. Так, теперь мы получаем с тобой награду. Давай. Пинк, чпинк, джринк. А вот это хорошая вещь, да. Угу. Ну и теперь, друзья, мы с тобой пока что приостановим запись и будем ловить всех зомбаков на пляже. Так что, друзья, очень-очень скоро, подождите немного. Ну что ж, друзья, мы с тобой продолжаем. В общем, я уже нафармил, и у нас новый уровень. Друзья, приятного просмотра. Улучшение. Улучшение? Серьезно? Какое-то улучшение и все? Блин, у нас опять денег не хватит. Не, погоди, я там пофармлю, должно хватить. Это хорошо. Значит так, что нам тут требуется? Улучшение сделать. Блин, 40 тысяч, дядь, 40 тысяч они требуют. Потом надо сделать хот-доги. А у нас вообще столько... Есть спортсмен? Да, есть, есть, отлично, отлично, просто шикарно. И... Изи, да? Три. Да, это, я не знаю, это самое легкое, что могло нам выйти. Отлично, и сейчас 60 уровень будет, и как раз, блин, офигеть.
офигеть, новые зомби будут, да? Ну или, по крайней мере, новый продукт. А это очень-очень важно, чуваки. Блин, ну наконец-то сегодня будет годная серия. Ёкаламэне. Мы плюс еще, смотри, с тобой сейчас пофармим. Вот тут вот. То есть, нам же не нужны эти ресурсы, да? Да, не нужны. Ну, эти зомбачки, точнее, ресурсы, блин, я их называю, капец. Тут у нас почти... А, не-не-не, нормально, у меня же выключен сейчас интернет, все нормально. Ну, навряд ли мы, конечно, накопим, хотя можно тут всяких этих... Ну, сейчас посмотрим, блин, накопим, не накопим. Сколько мы тут еще можем получить? Посмотрим, короче. Давайте, ребят, опять же, сейчас у нас пауза. Я пока опять включу интернет, зайду в игру. Все быстренько это у нас пройдет. В общем, немного подождем. Ну что ж, друзья, все, уже остается у нас 14 секунд. Наконец-то мы все сейчас продадим нафиг. Я немного тут специально все это делаю, чтобы подзаработать денежек. И все, ребята, закончилось. К сожалению, у нас опять просмотр рекламы. И вот это очень бесит. То есть они только вот за плутоний хотят. Прикинь? Это убивает игру, серьезно. Я не могу записывать нормально, ребята. Мне приходится по несколько раз. Ну ладно, ничего страшного. Итак, новый уровень. Дядь, давай. О, что это? Хинкаль? Пельмень? Дядь, это офигенно, серьезно? Блин, сколько? 40 тысяч, наверное, стоит, да? Блин, у нас нету... Добавить денег! Куда добавляй? Не добавляй, дядь. Блин, а что же нам такое сейчас попродавать? Не, в принципе, погоди, дядь. Может, реально хватит мы? Так, давай все продаем. Вообще все продаем. Сейчас будем максимально быстро продавать. Потом я нафармлю, если что, зомбаков. Хочу именно эту серию вам сделать, чтобы она крутая была. Зомби на байке. Расположение китайский квартал. Бензин со льдом. Зомби на байке? На каком байке? Это вот у него шляпка, вот это вот пропеллер. Какой нафиг байк? Какой зомби на байке? Как эта шляпка называется, блин? Дурацкая вот эта вот с пропеллером. Это же капец. Я был маленький, я и то говорил, типа, да ну нафиг эту дурацкую кепку, шапку. Ну я понимал, типа там в мультиках в основном балбесы всякие в таких... шляпах. Мы его сразу поймали. Короче, как ты видишь, он такой не очень редкий, я так понимаю. То есть будет попадаться нам. Че, эти попадаются, смотри. Нормально. Блин, вот самое прикольное, кстати, неоновые вывески. Блин, как же это лампово вообще, вот это вот все. Так. Не, это обычный. Ловим сразу. Я хотел посмотреть, как он на этом пропеллере пожужжит. Карлосон, который живет на крыше. Кстати, да. Одно из, как бы, возможных в альтернативной вселенной, что у Карлосона не на спине моторчика. Говори, боже мой. Так, 33 тысячи. Опа. А вот это уже хорошо, дядь. А вот это уже хорошо. Что бы мне еще продать? Так, вот это мы с тобой можем продать. Но проблема в том, что 10 минут надо ждать. Тут еще минутка есть у нас. 5 минуточек. Вот это продаем давай. Ну, у нас, в принципе, зомбятинка есть какая-то. Поэтому, я думаю, накопим сейчас. Я хочу серию сделать действительно годную, дядя. Поэтому... Все. Блин, а неужели не хватит? Неужели нам не хватит, дядь? Обязательно надо накопить. Давай. Мне кажется, накопим. Блин, вы любите... Ребят, вы любите пельмени? Напишите обязательно. Мне интересно. Может, вы сейчас кушаете их как раз? Блин, я бы пельмеши сейчас бы захавал. Ну, понимаешь, дело в том, что одно... Когда ты... Вот, например, мама тебе приготовит клевые пельмени сама, слепит. Или... покупные. Хотя великосочные, кстати, чуваки, это годные пельмени, нормальные. А вот бульмени, ёпарасы... Нифига ты стартанул-то, дядь. Фига вы, блин, стартанули. Стой. Ты маленький. Да сраница. А, ну, у меня, кстати, был шанс его поймать. Я что-то на этих все расстрелял их быстренько вообще. 35 штук. 37 уже. Ух, быстро как обновляется баланс, а? В реальной жизни бы так. Оп.
Но дядь, блин, в реале, конечно, такое. Так, ну ничего, 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 не сдаемся, пацаны. Мы сейчас тут, блин, все, сейчас... Мы, кстати, этих же налавливаем нормально. Не, дядь, годно. Сейчас пойдет бабосик, нормально будет. 38 уже. Норм, 2000 нам надо, и все, и мы купим новых этих... Зомбятинку. Не, зомбятинку-то мы не покупаем, а... Имелось в виду... Ух, дядь! О! А, кстати, они реально редкие. Я почему-то подумал, что они не редкие, потому что он первый был. А посмотри, его вообще нет. Это редкий зомби. Он большой. Это как вот эти вот, я понял. Типа хоккеистов. Или пляжных задир. То есть ты понимаешь, да? Продолжаем охоту. Так, и тут уже все, пацаны, блин. 40 тысяч, 40 тысяч. И мы с тобой покупаем, да. Давай, покупаем. Вау, pork buns. Ну, типа свинина, да? Типа свиные. Мне не очень нравятся эти коричневые брызги. У меня есть идея. Давай отбелим их, а затем продадим. Что скажешь? Коричневые. Фу, блин. Все, дядька, пошел. Пошел. Ну что, ребята, слушай, годная серия. Наконец-то годная серия получилась. Влепи, влепи лайкосик, братишка. Будет мне очень-очень приятно. На этом все. Бай-бай, дорогой братишка.